покатилась. Наши Алёнушки подарили еще подарок на день рождения. Вот такую раскраску про принцесс. Тут есть образцы, какие должны быть принцессы. Мы сейчас с Алёнушкой приклеим каждый образец в нужное место. Где, Алёна, у тебя клей? Это картинки. Ты не будешь подавать, мама приклеит? Или сама будешь клеить? Нет, ты. Хорошо, давай, начинаем. Да, начинай. Мои. Давай, приклеивай следующую принцессу. Вот сюда, моя киса. Тянись, тянись, тянись. Надо чуть-чуть выше, а то там тебе раскрашивать негде будет. О, прихлапывай. А теперь эту. Давай, намажем. Или сама намажешь. Бери клей, домажь. Ой, упала. Ой. Маш, что осталось? Я сейчас подниму. Хорошо. Ну что, намазала? Помочь тебе? Получилось. Так, куда клеить? Покажи, что там за принцесса. Угу. Вот сюда. Ой, переверни правильно. Держу, приклеивай. Ой. Ничего, ничего. Видно ж, какая она. Вот по этому образцу будешь смотреть и раскрашивать большую принцессу. Угу. Еще у нас осталась одна картинка. Да, осталась только одна. И где она? Картинка одна. Вот это. Намазывай. Подержи кисточку, еще она не пила, не падала. Держу. Уже все, помазала, закрываем. Ой. Помазалась крышка. Сейчас вся картинка высохнет, ты не успеешь ее приклеить. Клей скорее, пока она еще не сухая. Перевернуть нужно. Очень красиво получилось. Оранжевым будешь раскрашивать? Да. Ну, неси оранжевые карандаши. И будем раскрашивать принцессу. Да. Неси карандаши. Красные, зеленые, зеленые, голубые, синие. Так много цветов будет на принцессе? Разноцветная будет принцесса? Нет. Талая, тугая, талая, тугая, тугая. Много-много принцессы, все разного цвета платья будут. Да. Понятно. Это мои карандаши, мама. Пошла за карандашами.
только недолго. Договорились. Это было красиво. Ой, получилось. Красота. Дальше. А еще осталось. Вот, получается. Вот. Еще осталось. Все, уже. Еще. Расставь теперь вторую ручку в перчатке розовую здесь. Вот это. Там ты уже много раскрасила. Вот отсюда перчаточка начинается. Вот это нужно раскрасить розовую. На розовую карандаш. А я тут на кость. Получается. О, а теперь ты. Я не хотела больше расспрашивать. Ну, надо помочь? Да. Хорошо, ну, давай помогу. Надо. Помогу. Помогу.